В Беларуси зарегистрированы первые случаи коронавируса. Тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса у студента БНТУ из Ирана, а также у жительницы Витебска, прибывшей из Италии. С пациентами и теми, кто с ними контактировал, проводятся все необходимые медицинские меры. Медики рекомендуют без острой необходимости не посещать страны, где зафиксированы вспышки коронавируса. Это Китай, Южная Корея, Иран и Италия. А также ежедневно соблюдать правила личной гигиены. Сейчас во всех областях Беларуси проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса. Как вы знаете из официальных источников, действительно у нас в Республике Беларусь зарегистрирован случай коронавируса. Ситуация в Лидском районе спокойная. За весь период наблюдения у нас имелось 6 человек для наблюдения. Они по роду своей деятельности были в странах неблагополучных, и медицинские работники в течение 14 дней их наблюдали. Измеряли температуру, проводили необходимые лабораторные исследования. Данные люди здоровы, карантин с них снят, и они живут повседневной обычной жизнью. Санитарная служба переведена у нас в усиленный режим, проведены необходимые учебы как с лечебной сетью, так и с организациями, с турфирмами, грузоперевозчиками, чтобы люди знали, что есть такая инфекция. На границе санитарно-карантинный пункт у нас тоже есть, там опрашивают и при необходимости берут исследования у лиц тоже, которые прибывают к нам в Республику Беларусь, и в течение 14 дней они посещали данные страны. Ну а что делать нашим гражданам? Коронавирус – это обычная аэрозольная инфекция, и делать все, что делаем мы при гриппе. Это укрепляем свой организм, при контакте с больным используем маски и стараемся не посещать массовые мероприятия.